качнувшийся стрелой снова попробуем подтвердиться под минусом. И идет вытягивание спины, либо захват носа. Либо чуть-чуть, но ступня подложена. Называется наверное. Еще одна стимуляция подъема силы вверх. Аккуратно поднимайся. Левую ногу подтягиваешь. Должен сидеть. Дальше, пожалуйста, просто посмотрите, что происходит. Кому тяжело сидеть, то пятка отводится вперед. И мы садимся, как бы, назад. Это если мы учить. Если есть возможность сидеть, сидят на ступени. Посмотрите, как работает. Идет вправо, упор, раскрытие и смотрит плеча. Рука проворачивается в сердце. Посмотрите сначала, потом вместе с вами. Идет движение. Межброви солнечное сплетение, обвив, выноски ягодицы, выноски ягодицы. Идут вниз. Если получается хорошо, волокна такая сейчас. Захват, ногу, вытягиваем силу. Либо правую руку, за левой запястье, левый большой палец в лоб. Но в итоге ваши пальцы на левой ноге поднимаются вверх. И лоб к нему натягивается. Потом идет движение вверх, раскрытие грудной клетки. Ну что, попробуем? Так или иначе, мы сидим, правая рука пошла назад. Левая вперед. Левую ребро вперед, смотрим через правую плечо. Потянулись вверх. Левая рука проходит к себе и сверху тянет. Межброви солнечное сплетение. Идем, отпиваемся. О! На руки ягодицы и левая рука. Либо в замочек. Веноза и вытягиваемся к носку. Ну, кто может, большой палец попадает. Ну, хотя бы что-то такое имитирую. Просто нужно понять, что левая рука – это рычаг. Руки дышит здесь так. Вдох чувствует область между бровей в конце вдоха. Большим пальцем добирают это ощущение. Выдох из левого бедра в левое подреберье. Замок вниз, подбородок вверх, плечи в сторону. Аккуратно всегда сопашнее. Далее смотрим, просто посмотрим. За следующее движение. Левая назад, правая вперед. Правая ребра вверх. Рука вверх. Кисть, большой палец кулак. Бедро наискось. Локоть. И либо так остаемся, либо пытаемся зафиксировать. Когда все начинает хорошо получаться, либо уже. Раз, два, либо замок за спиной. Потом мы обратно расходимся вниз. Давайте попробуем. Мы сидим. Левая. Большой палец вверх, правый палец вверх. Смотрим через левое плечо. Живот выжимаем. Вот сюда фраза, можно остаться так, либо пойдем движение. Раз. Конец. Либо попробуем. Мы чуть смещаем. Раз, кончики пальцев, два. Если это пойдет, два, пойдет движение. Раз, два. В перспективе развития этой позы, она выполняется вот так вот. Еще когда-нибудь. Сейчас покажу. Так, либо. В общем, давай, первый раз.
даже в этой фазе повести грудь назад. О, грудь вперед, плечи назад, взгляд вверх. Может так остаться, либо ладошки подвигаются. Посмотрели вперед, руками упираемся. Бедра, таза, назад. Есть силы на ладошки. Находим возможность расслабиться. Сейчас мы привстанем, вновь сделаем первую фазу, раскрыть грудь. И можно остаться в ней, дыша, либо в ягодице, либо сзади носки на себя, а сесть, и попробуем расправить себя. Грудь, плечи, носить вниз. Фиксация, но раскрыть грудь. Обязательно грудь в сторону. Голова чуть-чуть свешивается. Из того, чтобы вверх руки убирать, чуть двигать плечами, чуть назад. Далее. Носки задние на себя. Ладошки задние, да? Головой тянемся. Кто может руки к пяткам, голову поближе к колену. Середина, руки. Пятки. Будет перекат сразу через оба носка. Перекатывайся. Колено. Основание пальцев. Голова вниз, на стачку. Подмигнули, посмотрели снизу вверх. Голова висит вниз. Колено. Кончики пальцев правые. Кончики пальцев правые. Сильно. Посмотрите, первый раз знакомьтесь с зеркалом. Внимательно послушайте. Рука. Указательный под средний. Другая рука, естественно, перед собой. Слушай, выдох идет через обе ноздри. Замыкается левая ноздря, вдох через пол. Выдох через рот. Замыкается правая, вдох через голову. Выдох через рот. Вдох. Потом посмотрите, во что она превращается. Выдох через обе ноздри. Вдох через правую. Через правую помещение. Задержка. Вдох через правую. И так далее. Седали по ноям, воздействуют на костный мозг, омолаживают его клетки, улучшают процесс кровотворения. Симхамудра выжигает всю нечистоту, плюс очищает вот это пространство. Анахатапада, центр чувственной энергии, духовной силы. Гудящий канал, вырабатывает канал.
называется биджа мантра, биджа маха мантра, гудение, гудение. Задержка после выдоха собирает, упаковывает энергию, задержка после вдоха приводит энергию из потенциального состояния на активный доступ для вас. Мы начнем делать первую фазу, потом после цикла сделаем вторую. Давайте ручки, левая рука, рука перед собой, правая, выдох через место. Левую замыкаем, вдох через правую. Размыкаем, выдох через рот. Губы трубочкой, свистящий вдох. Замыкаем правую, выдох через левую. Долгий, просто. Вдох через левую. Выдох через правую, вдох. Вдох через правую. Выдох через руку. Жаркий. Вдох холодный. Выдох через левую. Вдох через левую. Жаркий. Спокойно дыхание, указательные пальцы, большие направленные складываются напротив и под линией. Вот так. Правая рука, как это сказать, полочка. Дальше просто нужно разомкнуть указательный большой палец направо, закольцевать на левую. Получится вот такое колечко. Вот. Кого только оно не получится, если не будет проверять, просто потом подойдите, я покажу. Вот. Колечко. Глаза прикрыли. И ощущаем свое сознание, свой мысленный край, чистый, спокойный, наполненный и одновременно целостный. Глазки открываем, подушки коленки, ноги перекрещиваем справа на левую, левая нога. Пошустрее уже последний, можно сказать, близко. Носок левый на себя, вот себе. Нога прямая пока. Ступня вовнутрь, ступня наружу. Нога прямая пока. Носок изнутри наружу, снаружи внутрь. Бедро прямое, кончики пальцев в пол возле ягодиц. Напряжение, это не как попало, вверх жесткое напряжение. Вниз выдох, в самом конце напряжение. Вверх вдох, в самом конце напряжение. Не спешите. Вдох примерно 4 подсчета медленно для себя. Жесткая фиксация в конце. Выдох вниз. Жесткая фиксация. Внизу оставили. Бедро к себе прижали и начинаем. Вверх толкнули. Прижали к себе. Напряжение, тяжелый каменный блок, трудности. Прижали к себе носок на себя, наружу, против часовой стрелки, если смотреть снизу. Вау. То
После очередного вращения левый носок под правым коленом. Ложимся на правый бок. Двигаем таз за спину на ногу. Правая ладошка на коленке, левая рука вертикально. Вы остались, я при балансе. Пальцы на левой руке растопырили, уперли в грудную клетку. И начинаем левый локоть тянуть на левую. И смотрим на левую. До раскрываемой груди. Вы остались, я посмотрю. Тянем. Кончики пальцев еще в груди. Еще не убираем. Убираем в сторону. Если тяжело, рука на поясницу, массируем на выдохе, вниз, на выдохе. Вспомните, кому я подходил в прошлый раз, и самостоятельно поправьте, если это не нужно. Далее, правая нога сгибается, захватывает пальцы. Кто может дотягиваться левой рукой до правого носа? Хорошо, если это косточка. Вы остались, я пойду, посмотрю. Так? Да? Не надо так горячиться. Не надо. Лучше делать нормально. Вот это факт. Да. Раз. Это факт. Все. Для вас это просто не хочу. Посмотрите. Да. Да? Да. Без рывка распутываемся. И поправили себя. Левая ступня перед правой коленкой. Левая рука вновь потянулась вверх. Нащупали пространство сверху. Уперли пальцы в руки. Повели локоть. Раскрыли плечи. Повели руку в сторону. Ну, пошел я смотреть. Можно остаться как есть, либо берем себе правую руку за левый носок, тянем левую ногу наискось. Далее сгибаем правую ногу по мышцу, левую руку фиксируем. Потянулись вверх правой. Фиксируем левую руку под коленкой и пробуем захватиться. Насколько уж захватится, но нога снизу, рука сверху. Левую сторону. Я пришел в вас. Сгибает, соответственно, это уже так маловато. Можно пара подрабатывать потом. Называется встретили садист и мазохист. Мазохист просит, ну там очень садист. Ни за что.